Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Позвонили мне пацаны вчера во время стрима и сказали, что сегодня рано утром они едут копать. И я вот приехал очень рано, но пацаны здесь уже копают 2 часа. Представляете, 2 часа уже копают на шурфе. Я сейчас подойду, посмотрю, что они там накопали. Женька его уже начинал. И там очень хорошая вещь была за отвагу, медаль, серебро выскакивает частенько, цари, ну и советики, без этого никуда. В общем, приехали сегодня добить его, посмотрим сейчас, что там осталось мне вкусненькое, если есть что-то вкусненькое. Вот, и если что, начнем какой-нибудь новый фундамент. И я вам покажу, что можно найти на фундаменте. Деревня как бы старая. Зачастую в дымовых ямах советы, попадаются цари, ну и серебро. Серебро, интересно то, что именно в этом участке попадается, вот именно в этом леску есть дымовые ямы, и здесь серебро попадается чаще, чем в той части деревни. Не знаю, с чем это связано, но факт в том, что есть такое. Даже вот за отвагу серебряная медаль, тоже серебряная. Вот, так что... посмотрим, сейчас посмотрим, что у нас там вкусное осталось, нет, или найдем новый фундамент. Так что вступление есть, значит, видеосюжет у нас состоялся. Я не поехал сегодня не по старине, а планировал еще сделать по Волге, как говорится, экспедицию по старым деревням. Но отложу на следующую неделю, с семьей заодно съезжу, семья отдохнет, а мы покопаем. Так что на следующей неделе поедем по Волге на кораблике. Ну и заодно и покопаем. Так что идем, смотрим, что у нас там вкусное осталось. Вот у нас фундамент. Дмитрий, Евгений, всем привет. Всем привет. Женек вот на этом фундаменте нашел ценностную находку, которую я вам показывал. Вернее, рассказывал за отвагу. И он ее привез мне показать, потому что такие вещи я в руках никогда не держал, тем более не выкапывал. Вещица просто огонь. Диман там серебрух немного надергал. Женька тоже парочку дернул. Так что ваши находки я чуть позже покажу. Ну, классно выстрелил фундамент. Судя по тому, сколько в первый раз Женек отсюда монет вывез. Сколько Жень вывез? 30. Около 30 монет отсюда вытащил. Цари, советы, серебро. Вот, так что так. Между прочим, здесь он еще и полтинник вытащил. Звезду. Но с ней он немножко мучается тем, что она то ли погорелица, то ли что, не может ее почистить. Если есть у кого информация чистить как погорельцев, пишите в личку или же в комментарии отпишитесь. Ладно, посмотрим, что у нас здесь есть. Там еще какая-то дымовая яма, может быть, погреб или же часть сарая, не знаю. Что там, Жень? Что-то пищит. Что там? Копеечки, да? Нет, это обычная мелкашка. 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 Так что ладно, посмотрим. Чуть-чуть. У Димы там монета. И надо ее вам показать. Коня что-то вообще. Конь убежал. Душка. Ну. Ух, какая, смотрите. Конь убежал, коня нет. Да, подзатертый. Это Екатерина. 1767, походу. Ну, конечно, затертый, но все равно приятно. Тонкая такая, блин, но большая. Класс, зачетно. У Димы здесь и трешка еще есть царская. Вот серебрушка припаялась тут еще. Ну там она. Пятнашечка. Ну, в принципе. Ну, о, вот. Рукожопы. Вот. Рукоделы. Жупороки. Ага, рукожопы. Кольцо хотели делать. Ну и серебрушка вот. Сережечка цыганская.
Вот это самый зачетный пятак. Вот этот? Вот этот? Да. Ну таких нету. Это. Ага. Это трешка, не пятак. Раскол штемпеля. Вот тоже рукожопая пятак 40-го года. Видите, края плющили. Это тоже брак. Ага. Будем за брак все нагонять. Вот, в принципе, неплохо. Неплохо. Так что шурф дает. Дает плоды. Жених жил, блин. Жених? А женек отсюда, он говорит, в прошлый раз штук 10 вытащил таких всяких рукожопных монет. Видно, много было попыток жениться. И ни хрена у него, походу, так и не получилось. Ну, с такими руками, блядь. С рукожопами? У Женька катушка полетела. И хорошо, что у Димана тоже терка 705. И Дмитрий дал попользоваться. Да, а Женькина вон на кустах теперь висит. Я совет собираю. А сам копает. А он Екатерину. Екатерину? Ну, у тебя в прошлый раз здесь здорово выстрелило. Кстати, помните прошлый шурф? Вон он, оказывается, соседний дом. И когда я шурфил, здесь были кусты крапивы. Я мимо проходил, вон там он чермет поковырял. И мимо, как говорится, прошел медали. Мимо медали прошел. Ну ладно. Я сейчас посмотрю новый шурф, новый фундамент, потому что пацаны здесь заканчивают. И хочу подыскать что-нибудь новенькое. Хороший. Видишь, как я ищу? Вот Женек. Я спином никак не найду. Пятачок николаевский дернул. 1876. Для этого года, в принципе, неплохой. Они обычно лысенькие. Че, Жень, 900 рублей? Не знаю, не знаю. Я вам, конечно, ценник приложу и посмотрим. Ну вот пятак. Класс. Зачет. Держи, чемпион. Итак, ребят, решил вам показать монету, которая сама выпала. Вот. Это у нас 3 копейки. Год, к сожалению, сказать не могу. Все монеты здесь вот такого вот вида выходят. Все убитые. Из них ничего толку не выпадет. Хотя пацаны поднимают и серебряные монетки. Серебро, в принципе, выглядит неплохо. Там за деревом Дмитрий. Здесь Евгений мучается. Ладно. Что-то все-таки есть. А находка, ребят, вот, смотрите. Поднимал я пуговки обычные с манжетов. Маленькие, с якорем. Несколько штук. И теперь я могу с уверенностью сказать, что здесь проживал морячок. Это у нас кокарда морская. Причем старого. Старого образца. Приятно, приятно. Итак, ребят, у Димы хороший был сигнал, и вон зелененькая. Зелененькая. Но это явно не копейка. И это что-то... Ну да. Да ладно. Что-то у меня смутные сомнения какие-то возникли, ребят. Нет. Ух, смутное сомнение. Я даже не погрешу, полизал ее. Копейка! 25-го года! Вот так вот! We'll be right back.
прокат. У Димана на практике уже вторая копейка. Он со мной копает. И у него вылетает второй раз. Не плюйте на нее больше. Я его полизал. 25-й год. Но с охраной не знаю, какой будет, только чистка. Огонь, 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 огонь. Вот такая монета стоит 9000 рублей. Класс? Че, мои поздравления, Дмитрий. Ну, прекрасно. Что я могу сказать? Удачная, удачная находка. Блин, теперь во рту земля, блин. Главное... А что, говоришь, почистится, хороший будет. Главное половую щель найти, да? Не затертый. Ничего. На ней коросты, видишь, зеленые. Ну, зато здесь получше. Так, коросты. А что не поплевать, Диман? А он не дает плевать, ты видишь, что? Смотри, сколько он уже надергал. Я говорю, дай плюну. Ничего себе, смотри, сколько надергал. Так, быстрее надо, блядь, копать. Трешка. А это что, капуста? Да. Там где-то еще двушка 25-го лежит. Сейчас дойдем до нее еще. Вот, ну вот, видишь, опять еще. Еще одна. Рукоблуд, да? Блядь. Угу. Вообще огонь. Вообще огонь. Ох! 25-го, ну-ка давай-ка. Двушка 25-го, ты что? Ну-ка, давайте посмотрим в прямом эфире, как Женек двушку 25-го откапывает. Есть сигнал. Ой. Так, поближе. Пинпоинтер у него. Пинпоинтер, который он приобрел в Shop Detect по очень хорошей скидочке. Кладоискательство. Интересное хобби. Сигнал. Опять пробка. Тут нет ничего. Но земля скрывает множество тайн, множество находок по всему свету. И чтобы найти их, вам нужен магазин Shop Detect. Ну, Жень, где? Ну-ка, убери свое. Вот, вижу. Опа! Ребята, а это что-то медное, толстое. Ну-ка, двушка? 25-я? Ну, это точно. Двушка? Двушка. Реально двушка. 24-й или 25-й год? Ну, я же говорю, хочу расстроить 24-й. Прикиньте, только что говорим про двушку 25-го, а тут 24-й. Ништяк, держи. Классно, классно. Факт в том, что, блин, мой рядышком шурф, который я делал. А тут проходил по ходу дорога. И вот здесь вот что-то. Ладно, а я не копаю, я хожу и ищу новые фундаменты. Что-то ни хрена не получается найти добротный. На одном зашурфился, выскочило 3 совета. Я вам не снимал, камеру здесь оставил. И все на этом, ребят. И все. Сейчас я вам покажу. Не так сейчас. Ладно, в следующий раз. Вот так вот фиговину нашел. Надпись. Будь готов. Что за ерунда? Хрен знает. Ваше предположение. Пишем. Жень говорит, что это пряжка от ремня. Не знаю. Ребят, находка, но, к сожалению, утраченный. Это у нас мужской нательный крест. Обычный. На обратной стороне должна быть надпись «Молитва честному кресту». Ну, жаль.
Но все равно забираем, такие вещи оставлять нельзя. Итак, ребят, сейчас был такой казус небольшой. Евгений вот здесь вот копает. У него был сигнальчик классный. Но весь день Евгений говорил, я никогда не находил складень, хочется отыскать. Нашел какую-то хрень. Ну, сами знаете, что железо звенит иногда цветниной. Ну, он откопал вот такую фиговину, квадратную, и бросает в Дмитрия. Дмитрий ее не поленился, представляете, не поленился, взял, немножко почистил, пошкваркал. А это оказалось правое. А, уже чищенную бросил? А оказывается, это правая, а левая часть створки. Вот представляете? Вот иногда, ребята, я вам говорю, проверяйте даже железяки. Немножко пошкребыкайте, почистите, может быть, так и будет что-то интересное. Как у меня тоже было, шурфил я в одном местечке. Квадратная хреновина с таким налетом, ржавая. В прямом смысле, кусок такого ржавого налета был. Я его в шмурдяк выбросил. Потом появляется еще одна такая же, похожая. Но пальцем начал отшкребыкивать, ломать. И появились вот такие вот петли на углах. Я в этот свой шмурдяк, в кучу мусора лезу, подымаю. А это была центральная часть створки. В итоге видео у меня есть, я отыскал все три створки. Все три створки и отреставрировал, и вам показывал. Получилось вообще шикарно. Вот, так что вот такой вот казус получился. Евгений ни раз не находил, а вот теперь нашел. Жень вообще сегодня в ударе с Дмитрием. Диман там он ковыряет, и куча монет у него прет и прет, прет и прет. Такое ощущение, как будто ему кто-то там подкидывает. Но подкидывать-то некому. Евгений, Евгений-то находится здесь. Подкидывать-то некому, да? Ну так вот. Смотрите, какой объем работы уже сделали за сегодня. Диванные копатели, приезжайте, покопайте с нами. Да, мы подложим вам пару монеток. И вы будете счастливы и довольны. Как некоторые пишут. Весь день они шурфят и найдут 2-3 монетки. У Дмитрия видали, сколько монет? У Евгения видали, сколько монет? А копают с утра. Так что, диванные копатели, присоединяйтесь к нам. Пару камазов земли, правда, придется копануть. Но и будете с находками. Рекомендую Дмитрия. Копает он как бульдозер. Евгений тоже как маленький бульдозер. Но трактора, трактора. Здесь вот мы не осилили, вот именно вот в этом месте корни, но там очень много было находок. Я вообще перебрался на тот свой старый фундамент, который я в прошлое видео делал. Пока пусто, пока пусто. На, держи день. Классно, классно. Вот первая створка. Идем. Я только сегодня снимаю. Нифига свои находки не снимаю. А вот находки у товарищей комрадов, они в принципе интересные, ценненькие, классненькие. А у меня такой шутер-бутер. Рамочники, щитовички. Ничего интересного вашему вниманию нету. Итак, ребят, находка. Ну, находка советская. Я вам как бы не показываю ничего особенного. Но решил заснять. 36-й год. 3 копеечки. Пойдет. Заберем. Итак, ребят, находка. Но находка прекрасна тем, что я увидел вензеля. Вензеля Николая II. И судя по размеру, это у нас 1/2 копейки. Не знаю пока. Но это мое первое сегодня царское. Классно, зачетно. Продолжаем. Итак, ребята, находка. И находка, смотрите, как красиво. Красиво лежит.
интересная такая интрига, что видно номинал. Видно, что 1920 какой-то год. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, год 24-й. Ну не повезло, 24-й год. У Дмитрия 25-й. Вот такая вот монета. Будем искать свою 25-го. Между прочим, 25-го года в свое время у меня было в коллекции 5 штук. Две штуки я одну разыграл, другую продал. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, Женя устал шурфить, и он уже ходит верховые, собирает. Двадцатку поднял, пятак царский поднял. Че, красивый пятак, Жень? Далеко убрал? У Димана там что-то пиликает звонко. Этот фундамент я не пойму, ребят, до сих пор. Так, пятак. Да, 1872 год. Затертый. Вот такой вот пятачок. Канин куда поднял? Блин, да вообще все сегодня в ударе. Кроме меня. Класс. Че там, Дима? Канин. Обычная, плоская. Угу. Ладно. Не могу понять этот фундамент. Тем, что рядом дом стоит. Вон он вообще, совсем рядом. Как тут что было, вообще не пойми. Я бы никогда сроду такой фундамент не шурфил бы. Потому что таковой засыпки здесь вообще нету. Но пацаны прям взялись. Находки идут, идут одна за другой. И они продолжают. Видите, нет вообще засыпки и сопутки. То есть они шурфят, не знаю что, но шурфят. Какой-то кривой. Да он вообще как-то... Нет, дом-то вон там нет, он был. Нет, дом на доме, наверняка на Словении. Любас. Дом на доме. Была засыпка, точно, когда я шурфил. Вон там тоже было. Ну там да, но факт в том, что... Там была засыпка, а сюда... Здесь-то она уже чересчур, да, уже чересчур что-то. Потому что, видишь, советы-то чистые. Как будто верховые советы. Советы все чистые с этой стороны. И цари здесь, империя. Поэтому здесь, наверное, стоял старый дом. А там новый поставили. А я сходил за камерой, у меня там находка. Сейчас я вам ее покажу. Итак, ребят, находка советская. Вижу желтая. Вот даже я вижу, что это советик поздний. Опа-на. Это 5 копеек. 38-й год. И, по-моему, если я не ошибаюсь, она хороших денег стоит. 38-й год. Классно, зачетно. Правда, она немножко, как видите, под конус. Небольшая выпухлость имеется. Но это ничего страшного. Пойдет. Пятачок, 38-й. Зачетно, зачетно. Продолжаем бомбить фундамент. Пацаны на том добивают, а я ищу новые места. Это уже третий, который я поменял. Третий. Ну ничего, пока три монеты отсюда, и это нормально. Итак, ребята, еще одна монета. И сегодня монеты все так красиво выпадают. Вот, ай, все в камушках. Что за монета? К сожалению, это всего-навсего 2 копейки советские. Но, да, поздние 2 копейки. Пойдет, пойдет. Все же монета. Червей полно кругом. Хоть собирай и на рыбалку вали. Ясненько, ясненько. Вон, смотрите, какие они. Такие жирные. Вон какие.
просто огонь, а не черви. Везде ползают. Ладно, ладно, идем дальше. Итак, ребят, в крапиве кусачий был сигнал, вот он. И увидел гурт. Надеюсь, это монета. Красиво лежит, и мы сейчас с вами посмотрим. Монета, да. Смотрите, это монета. Что за монета? Пока не знаем. Это совет. По размеру 15 копеек. А что за год? Даже смотреть не буду. Вот такая вот монетка. Продолжаем. Итак, ребята, докопался я уже вот до такой глубины, что начали старые обои вылазить. Вот, и вместе с этими обоями был сигнал. И это монета. Я, конечно, видел, что я по ней здорово трахнул лопатой. Ну и благодаря этому я вижу, что это у нас медь. И проглядывается что-то. Что-то непонятное. Походу, Николай. Не знаю. Надо немножко смочить его. Ну, по-моему, Николай. Лопаткой хорошо засадил. Вот такая еще одна царская монета. Неплохо. Неплохо. Итак, ребята, наконец-то третья царская монета. Это у нас двушка николаевского образца. И год 1895. Если я не ошибаюсь. Вам, наверное, будет виднее. Вот такая вот монетка. Сохранчик неплохой. Бодренький. Дом, походу, горелый, что ли. Пойдет, пойдет. Смотрите, начинаю протирать, а она становится чернее. Нормально. Копейка, 1/2 копейки, и вот двушка. Конечно, у пацанов трешки пятаки, но ничего, мы этим рады. Продолжаем. Итак, ребята, на этом будем закругляться. В конце, как обычно, по традиции, накопали что сегодня. А сегодня накопали вот так вот. Бомбический шурф, вообще классные находки, очень большое количество, особенно у Женьки и у Димки. У Евгения из этого шурфа выпал полтинник, звезда, и медаль за отвагу. У Димана Елизавета и, конечно же, копеечка 25-го года. Вот так вот, классно откопали, особенно пацаны. Не просто, как говорится, коту масленица, но и у нас бывает на старуху проруха. Пацаны сегодня оказались чемпионы, честь и хвала, так что сейчас, конечно же, к находкам. Очень много находок, очень много. По находкам, ребят, смотрите, как получилось. Это все с одного фундамента. Это не считая те монеты, которые поднял Евгений. До этого 30 монет было. Вот, в прошлый раз он мне решил показать. Это 50 копеек звезда. Почистить он ее не смог. И вот такая зачетная, классная, сенсационная находка на этом шурфе. Именно на этом. За боевые заслуги. Но это не вся сенсация, которую Евгений подняли с этого шурфа. Дмитрий сегодня тоже удивил тем, что это 1 копейка 1925 года. Шурфец просто классный, зачетный. По царям тоже неплохо. Так, по царям двушка Екатерина. Трешки три. Два пятака, складень, вот такая вот лабуда, скорее всего, серебро. Вот, ну, в принципе, классно. Сколько здесь монет, не знаю. Ну, можно еще к этим монетам прибавить 30 монет, которые были у Евгения до этого.
Так что вот такой вот шурф у нас получился. Как вы думаете, зачетный или нет? Пишите сразу в комментарии. Вот, в принципе, цари неплохого внешнего вида. Так что зачет, зачет. Прям глаза слепит. Приятная вещь. Всем таких находок. И чтобы на шурфе у вас было не меньше находок, как у нас сегодня. Так что на этом и все. Всем пока. Итак, ребята, пацаны разъехались в разные стороны. И я на выезде наткнулся на комрадов. Подошел по традиции поздороваться. Как говорится, нужно уважать друг друга и здороваться. В общем, они меня не знают, не смотрят, потому что новички. У них прибор АК-40. Хороший прибор, только что в руках подержал. Меня заинтересовало то, что они копали там, где ничего нету. Я подъехал, объяснил им, что смысла, где они сейчас копают, нет никакого. Находок у них не будет там. И я им примерно рассказал, показал, как работает у них прибор. Впервые подержал и им немножко объяснил, где копать лучше. Вот сейчас они ходят вдоль дороги, пускай учатся. Приборчик мне понравился, довольно-таки хороший, но единственный недостаток, я вижу, что он какой-то хлипленький, ненадежной конструкции. А так прибор классный, особенно именно вот шкала годограф, так называемый, мне понравился. Так что, выезжая, наткнулся на комрадов, которые начинающие, объяснил, показал. Вот. Так что нашел новых подписчиков, которые придут сегодня и будут смотреть и учиться именно, как работать на шурфе. Объяснил, сказал, что зайдите в плейлист «Все о шурфе», и там вся информация подробно рассказана и показана. Так что и вы тоже, если не шурфите, зайдите и посмотрите. Ну а сейчас точно домой. Всем пока, до новых встреч. Слышите? Где-то в этом лесу самец. Что-то он разоряется прям. Злой какой-то. Остановился я около этой полянки. Сейчас наберу полевых цветов. Жена меня очень любит полевые цветы. Так что, ребят, рекомендую, комрады, едете домой, остановитесь, не поленитесь. 20 минут и красивый букет у вас будет. Вот и все, ребят. Вот такой букетик я подготовил своей супруге. Так что каждый может порадовать свою женщину. Так что имейте в виду, ребята, вот такой вот красивый букет 20 минут.